Сегодня 14 марта жители Чапаева 8, Кирова 116 и Кирова 112 собрались на территории между этими домами, чтобы проводить Масленицу. Вчера, 13 числа, мы собирались все вместе на народных гуляниях, жарили блины. И Масленица у нас не простая, она у нас символичная. Наши жители хотят, чтобы оттаяли сердца чиновников и застройщиков, и они покинули наш спальный район и перестали застраивать город точечными застройками.